Привет! Сегодня у нас наконец-то BMW 318 в 36-м кузове, троечка. Почему наконец-то? Так как именно эту машину мы хотели снять с того времени, когда только вообще начал снимать тест-драйвы. Никак не могли договориться. Договаривались мы с владельцем постоянно, но он никак не мог довести ее, в принципе, до его идеала. Но как мы понимаем, довести до идеала тачку сейчас очень тяжело, так как они начали выпускаться с 1990 года, но в то время еще выпускалась 30-ка, и вплоть до 2000-го, когда уже начала производиться у нас потихонечку 46-я. Сразу начнем по кузовам. Именно самый распространенный кузов это был четырехдверный седан, чуть позже появилось двух-трехдверное, так называли его купе. Именно М-серия была поначалу в трехдверном купе. Дальше появился у нас универсал с 95 года, и в почти до 2000 он у нас выпускался. Это машина 96 года выпуска. И чуть позже у нас появился компакт. Компакт был самый распространенный, ребята, у нас на Европе. Теперь, так как эти машины сейчас, ну, реально, ребят, не новые, они могут быть и 20-летние, могут быть чуть помоложе, да, и найти в живом состоянии машину сейчас очень тяжело. Так владелец эту машину очень давно искал, и любовь BMW у него появилась именно с этого кузова, из кузова четырехдверный седан. Он на ней покатался, ему чего-то стало мало, разонравился немножко кузовок. Но кто понимает, если ты влюбился в BMW, то ты следующий, естественно, купишь только BMW. И он купил себе BMW в кузове универсал, так как кузов универсал выпускался, каждая десятая машина была в кузове универсал. И более-менее живую можно купить в этом кузове, так как чаще всего убиты это, как обычно, четырехдверные седаны, либо купе. Так как чаще всего покупал молодежь, ну, их просто раскладывали, разбивали и потом переваривали. И, ну, ребят, сваренную машину брать за такие бабки, это очень тяжело. И сейчас, например, более-менее такие экземпляры стоят, ну, от 300 тысяч рублей, это живой, на котором вы реально будете, ребят, ездить. А если там такие за 150, за 200, ну, это... ну, это дровишки, в которые придется подкладывать. Ребят, и за 300 тысяч вы купите тачку, вы в нее приходится подкладывать. Чуть ли не основным изменением подверглась передняя, ребят, часть. Как мы видим, эта тачка у нас рестайл. Рестайл появился после 95 года. Ну, в принципе, как только начал появляться у нас кузов универсал. Как мы видим, у нас чуть другие ноздри, они чуть похожи на 46-й кузов. Те у нас были обычно, знаете, такие вот рубленые, ровные. Фары, это обычно рестайл, но он сюда поставил ангельские глазки. У нас бампер МТ, как мы видим, да, он чуть изменен, но, знаете, такой более подчеркивает ширину тачки. И здесь губа М3 GT2, как мы видим. Короче, в чем фишка? Здесь что именно подходит? Вот это сама дорогая херня. И вот. То есть вот это все было на заводском бампере. Вот это меняется. И в чем суть? Можно, короче, выдвигать ее и задвигать. Ну, короче, дорого. Аналоги можно найти там за 12-15 рублей. А оригинал, вот это именно губы, стоит 30-40. И еще на этом бампере установлена система охлаждения, то есть тормозов. А он и есть и на не МТ-хе, понимаете? Но если мы ставим МТ-х, то она изменена. Понимаете, сама конструкция, то есть, ну, не похожа на тот. Именно сама боковая часть, корма тачки, особо не изменилась. Ну, в отличие, да, ребят, от колеса, от подвески, это чуть-чуть позже. Но, как мы видим, у нас здесь другие молдинги. Так как молдинги на бампере, на МТ-хе, они, как мы видим, широкие, а с завода они у нас здесь стоят узкие. Он тоже поставил сюда от МТ-х. Ну, короче, все же понимают, хочется внести чуть-чуть М в свою BMW. Как мы знаем, 90% внешнего вида у нас придают колеса. Здесь колеса установлены 18, так как, ну, на 16-х на заводских она рулится, ребят. Но все равно она неплохо рулится, но на этих стоит вообще как вкопанная, ребят, реально по трассе. Диски здесь реплика Альпина. Тормоза здесь установлены с М-ки, с американки. В чем отличие? Покажи поближе. Отличие, как мы видим, сам диск, то есть он металлический, с какого он там сплава создан, но на американке вот эта часть тоже металлическая, внутренняя, вот этот сам, как корпус тормозов. А на европейке он алюминиевый. И также сзади, точно так же. Они однопоршневые, что перед, что зад. Тормозить стали нормально, так как
были изменения у нас по моторной части. Это я потом чуть позже расскажу. Так, заводских тормозов здесь реально на скорость не хватало. Из-за того, что колеса стали больше, тормозить стало, ребят, намного тяжелее. Теперь по подвеске. Подвеска здесь передняя, все знают, типа Макферсон, сзади многорычажка. Она, ребят, неплохая. И говорить о том, что сейчас какие в ней болячки, ну как какие болячки, сотка отходит в любом случае. И если вы, ребят, возьмете БУ, ну, по-любому нельзя там что-то одно поменять. Если возьмете, конечно, в хорошем состоянии нужно поменять. А так, по-хорошему, если менять, подходить. Если оригинал, то поменять сразу все, и еще 100 тысяч вы будете кататься. Если не оригинал, ну, 50-60 покататься. Если будете частями менять, то будете постоянно сюда вкладывать. Владелец все поменял. Именно что здесь стоит по подвеске, почему она так смотрится, ребята, она реально смотрится такая низенькая, то есть аккуратненькая. У нас здесь стоит винтовая подвеска. Спереди на стойке, регулируемая по высоте. Вот она сейчас сидит примерно чуть-чуть выше вверх, как можно поднять, и садится она чуть ли не до самого диска. Именно по задней части у нас здесь сами стойки, они регулируемые по жесткости, а регулируются по высоте сами пружины. То есть в пружине там стакан, и он регулирует, как высоту поднять. И здесь она стоит тоже чуть-чуть выше середины. Но это все из-за того, что у нас задняя арка, она чуть пониже передней. Поэтому кажется, что машина очень так сидит. И за счет того, что здесь отрицательный развал еще на BMW, то есть она смотрится нормально, сюда залазит, ничего у нас, ребят, здесь не цепляет. Теперь именно зад. Задняя часть. Именно здесь я хотел уделить внимание этой машине, так как эта машина у нас универсал. И как именно я считаю, это лично, ребят, мое мнение, то, что универсал, ну, смотрится для этого кузова, ну, мне больше всего он нравится. Да, я знаю, есть любители седанов и этих компактов, но мне больше всего нравится седан, потому что он стал такой более-менее закругленный, он очень даже похож у нас на 46-ю. И он больше кажется, так как у нас сам седан, ну, какой-то подзадратый вверх. Ну, и это мне не нравится. Вот универсальчик хорошо. Что мы здесь видим? У нас задний бампер, само собой, МТЕХ. Так у нас передний бампер МТЕХ, как сюда не поставить задний МТЕХ. У нас стоит спойлерочек. Он, типа, делает продолжение крыши, тачка из-за него кажется чуть стороны, чуть подлиннее. У нас диффузор стоит $400. Владелец сам заморочился, поставил. Короче, да, любит он свою тачку. Само собой, у нас партроники. И выхлоп, как мы видим, это не просто там китайский стингер, где-то там сварен, да, за 1000 рублей в гараже. Здесь владелец опять купил М-выхлоп. М-выхлоп у нас М3, задняя банка, М3 у нас середина. Ну, коллектор у нас чуть другой, короче, не оригинал, но замену, но не М, ребят. Короче, вот Кристос, потому что коллектор стоил бы очень-очень даже дорого. Ну, что сказать, внешне, она, ребят, реально неплохая для того времени, даже на сегодняшний день, ну, купить... Новую, сейчас новая стоит от 2 миллионов рублей. А эту можно купить за 300, подложить в нее денег, она будет рулиться. Да, она уже не смотрится так современно, но вот если ей просто придать нотку, хорошие бампера, хорошие колеса, но просто если за ней ухаживать. Владелец сюда влупил денег просто, знаете, ребят, просто потолок. Он ее хотел уже продавать. Говорит, куплю себе другую BMW. Но нет, он когда посчитал просто эти вложения сюда, и сейчас купит новую, и опять в нее придется вкладывать, понимаете? И он что сделал? Для того, чтобы не продавать, он здесь поменял мотор. А теперь техническая часть. Так как это BMW, это 318. И здесь стоял мотор М43 1.8, 115 лошадиных сил. Короче, с автоматом еще в придачу. Владелец понимал, когда он ее купил, после ручки, до этого была в этом же кузове, точно не в этом кузове, 36-я, но седан, 140 лошадей, и ему... Поначалу все устраивало, но потом он такой, знаете, заводил, ему хочется где-то постартовать светофоров. Не хватало, короче, этого мотора. И он сказал, все, либо продавать ее, но потом, когда он ее всю перекрасил, естественно, то есть довел до ума салон, там все промазал, то, что он понимал, надолго его подготавливал. И он решил поменять здесь мотор. Давайте теперь о моторах чуть-чуть пробежимся. Здесь моторов было просто тьма, и с рестайлом они появились новые и новые. Здесь были 1.6, 1.8 литра, 4-цилиндровые. Ну, в принципе, у нас в стране это самые ходовые, на нашей области это самые ходовые моторы 1.6, 1.8 литра. 1.6 2 силы, вообще, ребят, никуда не едет. Были 1.8 и 115 лошадиных сил, и 106, если я не ошибаюсь, и 140. Короче, М40, мотор ременный, ну... Проблема у них какая? То, что ремень рвется, понимаете, вот эта вся ситуация. Следующий мотор был именно как здесь, М43, короче, он цепевой. Но там были проблемы с сальничками распредвалов. Следующий М44, ребят, если покупать, то я не советую. Просто он более-менее, говорит, самый адекватный доработанный мотор, 140 лошадей, 1.8 и самый ходовой в этих машинах. Дальше по рядом шестеркам был 2-литровый, был 2.3, был 2.5, 2.8 и на М-ках уже ставили 3.2. Что сказать о них? Ну, двухлитровые
тоже распространенно, но он не едет, понимаете, вроде 150 лошадей, но маловато. Следующий 2.3, это тоже, в принципе, 2.5 с тем же объемом, но там почти 2.5. Мощность там составляла 170 лошадиных сил. Но неплохо он уже ехал. Следующий 2.5, это золотая середина этих моторов. 192 лошадиные силы, следующий 2.8, 193, но у него крутящий был чуть побольше, 4000 оборотов. Именно здесь установлен 2.5 литра М50 с чугунным блоком, с ванусом на впуске, 192 лошадиные силы. И этого ему оказалось мало. Он сразу, когда купил только этот мотор, короче, весь мотор с переборками обошелся в 300 тысяч рублей. Вы представляете, то есть еще такая одна BMW он сюда вложил. Он снял отсюда коробку-автомат, поставил сюда механику. Когда он сюда поставил, что он и поменял? Здесь типа строки стоит на 3 литра. У нас стоит другой коленвал, другая шатуно-поршневая группа под 3 литра. Сегодня, кстати, замерим, когда у нас будет ехать. Тут мощность чуть за 200 лошадиных сил. Но, ребят, реально хватает, и там чуть ли шею не отламывает, если при резком переключении, вы понимаете, на шестерке нарядной, она реально хорошо пуляет, если в хорошем подготовленном состоянии. И как мы чаще всего видим, привыкли видеть, на этих BMW их когда покупают, ну, на сезон, на два. Ушатает и продают. И также тот купил ушатный, и дальше продают. И когда мы видим, поднимаем здесь подкапотное пространство, всегда все в масле. И здесь, я этого владельца знаю давным-давно, я его сколько раз говорил, да продай ты ее, зачем она тебе нужна, да купи ты себе другую. Но нет, он ее всегда дорабатывал. Когда сюда придешь, тут нигде мы не увидим ни масла, то есть под капотом ничего. Он однованусный на впуске, за счет этого у нас, ребят, нет проблем с провалом на низах. Мотор этот едет очень даже хорошо, но были и проблемы, когда он его только сюда поставил. Были проблемы у нас с самим коленвалом, так как коленвал, то ли он был неправильно отбалансирован, короче, разбивало у нас шпонку на коленвалу переднюю, и после шпон, короче, она раскручивала, шпонку выбивала, и еще корзина сцепления у нас все разбивала. После этого он поменял сюда еще один коленвал, это уже был просто финал. Он говорит, если я поставлю сюда коленвал другой, будет та же проблема, все продаю. Поставил, все. Вот уже сезон, без проблем эта машина ездит, жжет резину, жжет сцепление, и все у нас проходит нормально. По жору масла, раз и навсегда. Очень часто пишут, литр на 1000 километров, это нормально. Это все. Понимаете, все, вилы на колени мотор у вас упал. Он уже не... Он ползет на пузе. Он говорит, бля, хозяин, помоги, все, не надо, мне, я сдыхаю. Здесь мотор не берет масло. Каждые 5000 замена масла там, ну, хорошее масло, матюль, да, это не реклама, просто каждые 5000 замена масла, и проблем с этим нет. Вот и все, вот весь секрет нормальной BMW. Трешка в 36-м кузове, она, в принципе, простая. По запчастям она дешевле 46-й, там, чуть ли не пополам. И хороший сюда мотор. Вот 2.5, а это уже получается у нас 3-литровый. Какие основные проблемы по этим моторам? Из-за того, что у нас голова стоит, ребята, алюминиевая, и ее, ну, от температур, если у нас, короче, перегревается мотор, ну, за счет чего он перегревается? Если у нас эта крышка не работает, понимаете, тоже мелочь. У нас, короче, лопается бачок антифриза, антифриз уходит, они каждый смотрит за уровнем. Мотор перегревается, и уровнем, точнее, температур. Мотор перегревается, голова ведется, она длинная, тоже, ребята, ремонт. Потом по самим вентиляторам, муфта вентилятора тоже выходит из строя, но кто-то ремонтирует, лучше купить новую, там, 3 рубля, ну, чуть, может, больше. По разборкам, разборок просто тьма, в любом городе, мне кажется, уже этих разборок полным-полно, но, как я считаю, владельцу ее сейчас продавать, он и не думает продавать. Вот здесь еще, видите, у нас стоит распорочка. Именно этот мотор сюда встал хорошо, и, как мы видим, он у нас для хорошей развесовки, он туда сделан практически чуть побольше в салон. И вообще, изначально немцы, чем красавцы, даже в тройку можно поставить В12. Крепление все подходит. Вот молодцы. Поставил и поехал. Красава, что от автомата избавился. Так, теперь переместимся в салон. Там еще больше изменений. Так, вот мы пересели, короче, назад. Что хочу сказать сразу. Так как у нас в этом кузове, в 36-м, в отличие от 30-го, у нас поменялась колесная база, она была чуть перенесена, то есть побольше она увеличилась. За счет этого сделали больше места для заднего пассажира. Так, в 30-ке места вообще практически не было. Здесь место довольно-таки нормальное. Основная проблема сидений в 36-х кузовах, то, что вот этот пластик, он типа как, типа для кого-то съедает место. Короче, типа маловато мест здесь становится. Здесь у нас черный потолок, у нас здесь установлен люк, и что еще владелец здесь подзаморочился. Он, короче, заднее сиденье, центр, вот мы покажем на видео, он, короче, перешил от М-ки. Середина, это все осталось. Здесь натуральная, ребят, кожа, правда. И столько лет она, короче, сохранилась реально нормально. Здесь, видите, туннель большой, так у нас тачка заднеприводная. Здесь у нас карданный вал. И, короче, сетка. Вот эта сетка, короче, как у мусоров. Ну, вот для кобелей, короче, собак перевозить. Ну, а по задней части что тут? Ну, прикуриватель, пепельница, сеточки. Все. Теперь пересаживаемся вперед. Вот мы и пересели, короче, вперед. По посадке сразу хочу отметить, так у нас сиденья здесь стоят эмовские, настоящие эмки, короче, эмки с купе.
так как на четырехдверных М-ка у нас были просто сиденья Рекара, так что эти поудобнее, ну, с настоящей боковой поддержкой. И по всем регулировкам, но все регулировки у нас, ребята, здесь механические. Ну, что сказать, по посадке для того времени сама торпеда реально хорошо смотрится, и поворачивается она вся для тебя, то есть она как бы для водителя. Она изначально всегда, каждая BMW, она, ребят, для водителя. М-руль у нас настоящая прострочка с М-овской, владелец просто тут заморачивается по-страшному. У нас М-переключатель скоростей, везде, где можно, здесь М. Напольная педаль газа. Что интересно, да, это здесь у нас, видите, то есть лежит рука, и можно здесь всем переключать. Все понятненько, маленькие такие аккуратненькие кнопочки. Ночь у нас все светит здесь красненьким. Так, по подушкам безопасности. 4 подушки безопасности у нас установлены. По музыкальной подготовке, но более-менее есть. Владелец здесь полностью, короче, переклеивал машину. Здесь установлен полная шумоизоляция. Ну, бардачок. Ну, маленький. Ну, видите, прикольный материал сделан. В то время. У нас сейчас не могут бардачки до дома сделать нормально. Нет, все интересно, и видно, что владелец сюда бабла просто вкладывает немерено, и он никак не может этим успокаиваться. А что дальше, я у него спросил. Что дальше? М-мотор. Вот это уже вообще вершина, если сюда М-мотор поставить, то это просто. Но мы еще покажем, как это у нас так, подогрев передних сидений, он у нас регулируемый, пацаны, то есть жопа здесь не сгорит. Вот это тоже интересно, и как мы видим, у нас здесь подлокотник, и у нас нет кассетника, то есть они отличались. Бэхи, так как у нас вообще каждая бэха, она отличается. Ее практически невозможно сейчас найти бэху, похожую одну на другую, так как им уже и лет много, их практически все переделывают. И изначально их было выпущено чуть ли не почти по 3 миллиона, 2 миллиона 900 тысяч экземпляров, там, плюс-минус. И практически каждую приходили и брали на заказ тачку. То есть я хочу такую. Это было предложено, можно было там сиденье одних выбрать, там, чуть ли не 100 штук, там, разные колеса, обивка, все. Здесь все темненькое. Да, понятно, здесь не новое, но очень приятно. И у нас М-щиток приборов у нас размечен как по милям, так и по километрам. Все понятно. Обзорность нормально и по безопасности. Короче, как ни странно, тачка набрала всего одну звезду по краш-тестам того времени. И это было не самое худшее, так у нас чуть похуже. По-моему, Audi показала, Mercedes там, по-моему, 1.5 звезды набрал. Но в следующем кузове они вот уже изменили. Рулевая колонка регулируется у нас только вверх-вниз, то есть по вылету не регулируется. Но за счет того, что мы сидим в полулежащем положении в этих креслах, этого не нужно. То есть, все, короче, можно настроить. И что здесь интересно, у нас напольная педаль газа. Блин, очень круто, как на ЗИЛу. Надавил так надавил. Мы сейчас послушаем теперь звук двигателя, замерим динамику 0100-0160 и посмотрим. Я думаю, вам понравится, она действительно едет нормально для этих денег, для этого возраста. И расскажем, как она вообще себя ведет на дороге. Все, теперь поедем, прокатимся на ней. Звук, короче, катался на ней уже не раз. Сейчас первое впечатление. Привыкнем. Ход педали сцепления большой, а прям вот коробка. Очень короткий ход. И сцепление очень мягкое. Очень мягенькое.
ход коробки очень на RX похож, на 8. И такой же маленький рычаг переключения скоростей. Но мотор, конечно, тяговит здесь. И 2005, можно сейчас 6 добавить, тянет. Объем, да, чувствуется. Стоит как хорошо. С камерой нормально, она реально стоит хорошо. Но это то, что у нас подвеска обычная. Она низенькая, жесткая. И колеса 18-е, надо понимать. Но они и придали зато вид. Так, что теперь, вот знаете, с чем сравнить? Ну, наверное, с 39-й, потому что с новыми бэхами нет смысла сравнивать. Потому что там похож был мотор, в принципе, тоже 3 литра. Но на той, понимаете, поддавать, там цепь хремела. Вот ситуация, понимаете, как вот на ней надавить. Там нельзя было почувствовать весь кайф звук двигателя. А здесь вот, понимаете, вот сядешь в четырехцилиндровую BMW, сидишь там, у тебя в колонках, да, мотор поет, все нормально. Но только в этой ты почувствуешь то, что вот эта вот рядная четверка, какая четверка, блядь, шестерка, вот это вот, да, это песня. Вот, да, даже чуть-чуть педаль газа, вот, вот от четырех аж подсвистывание. Классный звук мотора. И она очень собранная. Пусть даже это универсал, и это не самая легкая машина. Практически тонна 300 на весит. Очень тяговитый мотор. Вот четырехцилиндровый не провоцирует вообще никакие движения. А это, так, у нас Honda Civic хочет уничтожить. Это не Civic, это CR-V. Сейчас 2 литра японец нас ширнет. Ну вот ускорение, ребят. Хорошо ебашит, да, да. Прям. Что-то мне кажется, они с 5.5 какой-то подрыв. Что-то прям вот такое ощущение непонятное. Как она едет хорошо. Ощущение, что колеса передние просто земли не касаются. Она реально едет. Не знаю, что там у нас по секундам получилось, я думаю, вы все видели, но по ощущениям она очень хорошо едет. А вот наше кольцо, наш Нюрбург-ринг. Выезжаем на него сейчас. Здесь ограничение скорости на 190 у нас. Кто не знает, приезжайте к нам. Можно гонять, менты не трогают. Я шучу, а то сейчас будете приезжать, ребят. Нельзя нарушать в коем случае. Ну вот сейчас попробуем зайти. Короче, погода тоже не особо у нас здесь. Тепло на асфальт, не будем рисковать, но вот 110 она заходит в пологий поворот вообще свободно. То есть понимаем, что рулем можно доповорачивать, она не будет подвеска у нас куда-то винтом уходить. Здесь кондиционер, ребят, 96-й год. Шумоизоляция, вот слышно, где стекла, вот то, что у нас шумка. Ветер слышен очень. А так, мотор, ну он должен слышаться здесь, мотор. В BMW, короче, какая-то тоже фишка. Они любили шумку, где мотор на отсек, делать меньше. Но потом, если кого-то напрягал звук двигателя, я не думаю, что он кого-то может напрягать звук двигателя. Шестерки, того же уже следующего V8. Они могли проклеить дополнительную шумоизоляцию. Но я думаю, здесь это не требуется. Не, по ощущениям стоит хорошо. Поиграться на ней в потоке можно. И мотор, вот этот мотор здесь будет позволять. Так я катался и на 1.8, 140 лошадей. Ну, не за рулем, конечно, но сбоку. Но было понятно, что ему очень тяжело этому мотору все дается. Здесь даже не надо вот прожимать. Просто чуть-чуть до педали газа, чуть-чуть. И она начинает набирать. И уже поток, который от нас оторвался когда-то, мы догоняем. Как она хорошо работает. И вот отпустил, вроде дожимаешь, и то же самое, как будто перешел не четвертый на пятый, а четвертый опять четвертый додавил. Вот, видите, можно протыкать вот этих вот сквозняков, насквозь проходить. Вот такие ощущения у меня. Ну, скорость, по ощущениям, ну, мы сейчас едем 60 км в час, а по ощущениям, что мы едем 20 км в час, понимаете? То есть скорость не особо здесь чувствуется. Китаец на горизонте. Но с ним нужно быть поаккуратнее. Там новые технологии. Передачу пониже.
со 120 вот чуть в полугаза, 140, 150, уже едем 60 км в час, уже 70 км в час. Когда не отпускаешь, как будто за жопу поймали прям. Опять поехала, опять за жопу поймали, такие ощущения. Не, она заводит, реально. Конечно, понимаете, за что любят эти тачки, в любом случае, я давно понимал. BMW, она нельзя сказать, что эта тачка говно, нет. Она не говно, просто говно те владельцы, которые доводят до такого состояния, как BMW говно, понимаете? А если за ней приглядывать, вкладывать бабки, она будет ездить, приносить удовольствие, понимаете? А никогда у тебя цепь может проскочить в любой тот же момент, и думать то, что ты сейчас на ней будешь больше наваливать, она сама починится, цепь не, она не ремонтируется сама, понимаете, на ходу. Ее нужно поменять. Не нужно быть таким прям вот наивным слишком. Вот мы сейчас едем 60 по окружной. Не чувствуется. Свободно идем. Да, звук ветра. Но для тех лет, парни, она на сегодня едет классно. Просто я на ней ни разу еще на всю не нажал. Я отвечаю за слова. Так вот, в полгаз нажимаем. Тяга есть, кайфовая тяга. Здесь владелец что заморачивался? Он ставил сюда распредвалы. Что тут тук-то не было? И поставил, сразу ничего не пошло. Залил другую прошивку под эти распредвалы. Потом у него что-то там подпятники, да, ты менял? Что там тебе не подошло? Их нужно было ставить. Потом оказалось, их нужно было доставать. Потом начали и гидрики хреметь. Он с этим тоже так столкнулся. В итоге он приехал, когда на распредвалах, и ему сказал, ты поставь-то обратно. Мне кажется, раньше у тебя вообще все круто было. Вот на второй, она как на первый поехала, просто без газа. Такое подвывание мотора. Сейчас ветра нет. Сейчас 4 добавим. Ух, хорошо. Вот хорошо, вот она после 5. На переключениях, вот да, вот объемный мотор, когда переключаешь, вот такие вот какие-то страшные рывки получаются. Просто мы не будем сейчас ее рвать. А вот владелец, когда ее расширяет, знаете, вот чтобы вот аж шестерни вот слизывала. Вот тогда вот такие просто переключения ощущаются. Может, вы сейчас скажете, в любом случае, новый мотор, там 2 литра, с него можно снять еще 250 лошадиных сил, он будет где-то быстрее. Базара нет, может быть, будет быстрее, но надолго ли это? Эти моторы себя хорошо зарекомендовали. Сейчас просто там вот, радиатор, всегда все чистенько, владелец за ней приглядывает. За ней нужно приглядывать, вот в чем вопрос. А если вы такой человек, который не любит в тачку ковыряться, вам нужно силы поехал, не для вас. Далеко не для вас. И очень много на сегодняшний день унылых тачек. Очень много плохих экземпляров. Мне кажется, я лучше этой вот в этом кузове, я лично вживую не видел. На фотографиях много хороших. Но когда подходишь поближе, понимаете? Здесь есть еще над чем поработать. У него постоянно какие-то мысли в голове. Постоянно у него приходят бабки. Он говорит, лучше бы себе куртку зимнюю купил. Но нет, он себе поедет, что-то какую-то гугу это купит, понимаете? Это фанат. Это, знаете, вот приболел BMW, подсел на иголочку владелец. И он кайфует от этого, и нельзя ничего ему сказать, понимаете, это его право. Я понимаю, она едет, она реально едет. Она стоит по цене таза, но таза она ёбнет, как нечего делать. Ну, что тут сравнивать? У каждой тачки есть свой фанат. Можно будет. Я не говорю, что тазы говно. Есть фанаты тазов, без проблем, любите тазов. Есть фанаты BMW, есть фанаты там Toyota, есть Mercedes. С чего угодно. Но Бэха как-то на себя зарекомендовала. Знаете, какая драйверская тачка. Я не знаю, почему так. Но в то время, в 90-е, на них реально летали. Вот эти бабки брали, после москвичей пересаживались. И вообще люди удивлялись. Темно у нас на улице. Или окна в пыли, я что-то... Какой звук мотора? На ней, да, на ней можно поиграть с кайфом. Еще и попозже сюда блокировочку вставит, и можно просто угла раздавать. На ней смело. Этот мотор будет позволять. Потому что у него крутящего хватает просто за глаза. Здесь нет такой ломовой мощности, которую сейчас снимают с этих же объемов, да, другие производители, эти же производители BMW. Но... Факт остается фактом, она приносит тебе удовольствие.
Ну вот сейчас вот тут нельзя добавлять, а сейчас можем разложить и придется свою тачку отдавать мне. Вообще демон, блядь. Класс. Сейчас заиграл в одном месте, у меня от страха немного. Срывает ее, понимаете? Срывает. И эта тачка не та, которая, знаете, из многих, которые в хорошем состоянии, она стоит в гараже. Нет, она ездит, она каждый день ездит, он каждый день на ней ездит. Каждый день, естественно, надо сидеть на форумах, искать какие-то запчасти новые, приколюхи, да, потому что оригинал очень дорого сейчас все. А на новый уже есть 46-й кузов, 90-й, там вообще просто космос. Это золотая середина. Поэтому если покупать, там вот 300 и чуть выше экземпляра. И вот универсал, ему советую, реально, она смотрится, мне нравится. И все. Она просто не вылетит для своих лет. Не, есть такие, знаете, колымаки ездят по, ну, по дорогам очень угодно, часто видно такие просто гнилые насквозь, там видно уже другую машину через нее. Есть такие. И не только BMW, другие есть. Понимаете? И просто довели такого состояния, а потом создается впечатление, купил дровину. Тут если поддает, он и делает. Надо вот что понимать. BMW такая, да. Любишь поддавать, люби отдавать. И все. Ну, мне понравилась тачка. Интересно, я не успел даже интерьер. Все тут нормально. Ничего, знаете, по панели не скрипит. Там у нас чашечки просто не так владелец поставил, когда менял задние стоечки, амортизаторы, короче. И скрип создается, там вы слышали на заднем фоне. Кожа здесь настоящая. Сиденье очень удобное. Я вам честно хочу сказать, сиденье... Вот как я говорил, в хороших сиденьях вспоминаешь только, знаете, уже под самый конец. Если начинаешь сначала о сиденьях рассказывать, какие они там удобные, неудобные, то, значит, ты о них вспомнил во время передвижения, понимаете? Значит, что-то тебе неудобняк. А вот если неудобно, они здесь, естественно, удобны. На уже четырехдверных М-ках таких удобных сидений не было. Ну, они обычно здесь тоже сиденья неплохие, но М прикольнее. М-руль, видите? Проблема, да, вот здесь с рулевым управлением тоже надо поменять. Но она ни разу не менялась. Видите? Так что так. Вот теперь пора пилить финалочку. Ну вот, дорогие друзья, и подходит к концу тест-драйв BMW в 36-м кузове универсала. Что хотел подвести в итоге, естественно, скажу, что она мне понравилась. Потому что, знаете, это не та дровина, на которой мне бы не понравилось кататься. Если бы она была в худшем состоянии, по мне сразу видно, по моим эмоциям, когда не хочется сильно уже машину совсем сажать на колени, сказать, что она такая обломная, по эмоциям видно. Эта тачка мне придала эмоции. Естественно, я хочу сказать спасибо владельцу, то, что он, знаете, оставляет, еще остаются эти тачки, то, что он за ней присматривает, и она у него реально в таком состоянии. Я думаю, еще увидим, если какие-то будут в ней нововведения, вдруг он поставит что-то в нее поинтереснее, чтобы она ехала еще лучше. Я думаю, по-любому увидим. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, это было BMW.